Запретить полицейским выезжать за границу хочет депутат Дмитрий Носов. Законопроект уже внесен на рассмотрение председателя Госдумы. Кроме того, Носов предлагает и вовсе не брать служить в МВД тех, кто имеет вид на жительство или проживание в других странах. В пояснительной записке говорится, что это должно предупреждать коррупцию и повышать ответственность служащих. Список должностей, которые станут невыездными, по мнению депутата, определить должно само Министерство внутренних дел.